Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня у нас маффины с вишней. Масло взбиваем с сахаром. И постепенно добавляем яйца. Все ингредиенты комнатной температуры. Вот такая красивая масса у нас получилась. Запомнили? Яйца, сахар и масло. Все. Дальше. Теперь добавляем сухие ингредиенты. Это мука, рыхлитель и щепотка соли. Обязательно просеиваем. У вас есть время подписаться на мой канал. Подробный рецепт, как всегда, под видео. Все. Перемешиваем и постепенно добавляем молоко. Сейчас мы немножко так, чтобы нам мука не разлетелась во все стороны. Духовку я уже включила, 180 градусов. Все, тесто у нас готово. Подготовили формочки. Вот так. Тесто и вишню. У меня вишня из компота, поэтому я только, видите, чтобы жидкость. Что мы делаем? Добавляем тесто в формочку, примерно половину. Вишню еще немножко теста. Тесто, вишня, добавлю немножко сахара. И сверху тесто. Так, закроем нашу вишенку. Все, духовку 180 градусов, примерно 20-25 минут. Наши маффины готовы. Посмотрите, какие они красавчики. Ну, очень горячие. Я еще сделала несколько без вишни, так как у меня внучка не любит с вишней, поэтому у меня есть и пустые, и с вишней. Посмотрите, какие они красивые. Очень простой рецепт. Соединяем, выпекаем. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока и до новых встреч. Хочется вам показать, но очень горячие. Я жду вас на моем канале.